Не слишком ли туго? Бедняжка. Не волнуйтесь, капитан Николс, вам недолго осталось мучиться, если только сами не захотите. Алексей, дорогой мой, почему ты такой мрачный? Из-за этих придурков в Москве, Ангелина. Почему они посылают свои войска против меня, как раз в тот момент, когда я ставлю настоящих врагов России на колени? Почему наши союзники в КГБ не задержали политиков еще на пару часов? Не беспокойтесь, мой генерал. С вашим новым замечательным планом конфликт из-за этих островов будет не в счет. Час славы близок. Дорогая Ангелина, что бы я только без тебя делал? Американцы, я вежливо вас просил покинуть эти острова. Вы отказались это сделать! Ваше неповиновение стоило жизни многих отважных русских и, конечно же, многих ваших собственных солдат. И он не будет последним. Вы, полковник Блейк, вы только попробовали вкус грядущего кровопролития. До сих пор вы имели дело только с моими сухопутными вооруженными силами. Проходящая ныне завершающая стадия установок ракет. So far you have dealt with my conventional forces. Undergoing final preparations for launch at a secret location is a little surprise than has, shall we say, come into my possession. He's got to be kidding. Да, полковник Блейк. Я сильнее, нежели вы думали. Yes, Colonel Blake, I'm stronger than you thought. I have captured one of your elite men. He will be executed as an example. And then all of you will die. Вы умрете все. Если только вы не оставите Колгуев. Unless you leave these islands. Это наша Колгуев, Верон, and Молдо. This is our land. This is the land of Mother Russia. Okay. I think we have a problem. And there's something else. Intel reports massive Soviet mobilization across the whole of Russia. Oh, great. The official line is that it's just a big exercise. But we know the Kremlin's livid about what's going on out here. Guba may be a maverick, but those guys are still Red Army troops he's commanding. And Kolguchev is Soviet territory. We're about to start World War III. No, we're going to finish this thing as quickly and cleanly as possible. Find that missile, James. Intel's working flat out, but we need you on the ground. Back to Kolguchev. Back to Kolguchev. And Nichols? The pilot from the video? Perhaps he can find some way to escape, but there's nothing we can do. I'm sorry.
равно. И не пытайся даже делать глупости. Что это ты собираешься делать? Не отставай, а то увидишь. Проходи в палатку, америкашка. Отдыхай, америкашка. Ты можешь вздремнуть здесь. Караульте его как следует. Он не должен уйти. Эй, что происходит? Куда ты? Немедленно вернитесь! Вернись! Эй, что происходит? Куда ты? Немедленно вернитесь! Вернись! Что происходит? Куда? Немедленно вернитесь.
Freeze! Who's there? Don't shoot! Sam Nichols, I'm a U.S. pilot. Sir, where have you been? You look terrible. To be honest with you, soldier, I feel terrible. You got anything to drink around here?